Это Криштиану Роналду, и он постоянно проигрывает FIFA 16. Но все может изменить продавец монет Ваня Мухин. Реактивная доставка и приятные цены. Покупай и побеждай. Значит так. Было это дело вчера на стриме. Я, раздосадованный своим поражением в полуфинале драфта, решил пооткрывать немного паков. Ну и, конечно, там падал один шлак. Мне в комментах напоминали о том, что уже вышли тотсы. Но у меня оставалось всего 300 поинтов. Это значит, мне хватало только на один пак. И тут... ПФА Аргентинец, Ди Мария. Тотс, ребята, тотс, ву-ху, Ди Мари и тотс, ес! Вот так вот, хоть что-то мы поймали. Еще и монеты в этом паке. И кстати, подписывайтесь на мой Twitch канал, там на стримах всегда весело. И в итоге я тут же продал эти две карточки, но это уже совсем другая история. Пока!